Скажите себе, пожалуйста, кто вы, что вы чем занимаетесь? Знаете, я раньше был, я был мусор, пи***ю людей, потом я стал инвалидом. То есть сейчас... это то, что вы били любимого, да? И теперь я под себя очень часто. Чисто сердечное. Охуеть. Ты что, у меня штаны не остался? Как дела? Тебе русским языком сказать? Реабилитационный центр «Три сестры».